Саша медитирует на море. Всем привет, мистер Слам здесь, вещает из леса, недалеко от Лепы, Латвия. И мы сейчас катаемся по лесу и наткнулись на кладбище для животных. Удивились, что люди захороняют даже рыбок. Кто там еще был? Какой-то хорек, да. Скучают, любят, скорбят. Или как-то так. И тут, оказывается, есть живые животные, не только мертвые. Я такой еду на велосипеде и, ну не знаю, сантиметров 50 от меня змея проползла. Прикольное ощущение. Я змей не видел лет 5. Очень весело здесь, да. А в Ирландии нет змей, поэтому он не видел змей. Да, в Ирландии их нет, поэтому я их не видел давно. Я прифигел. Саша очень боится, говорит, надо сваливать с этого места. Уехали. Потому что здесь могут жить быть не только одна змея, но братья, еще... Братья и сестры их змей. Мы решили не рисковать, в лесу больше не гулять. И направились к морю. Сейчас покажем вам, как там бушует стихия. По стране ходит ураган. Здесь пока спокойно, тихо. Ну, сейчас посмотрим, что там на море. Мы находимся на границе нудийского пляжа с обычным, и там вдали уже есть люди, которые загорают, нудятся, да, загорают голышом. Свобода. На море сегодня очень сильный ветер, и любители кайтинга катаются по ветру. Сегодня волны большие. Кайтеры приехали к нудистам, мешают им тусить. У нас печенная пауза. Вкусные печенье со вкусом ирландского крема под названием Селга. Реклама. Реклама Селга. На этом месте может быть ваша реклама. Лежим, смотрим на голубое небо и думаем, как хорошо иметь капюшон. Летают птички. Самолет вон справа. Где самолет? Два дебила – это сила. Это видео послание в группу UC.